Оружия с какими характеристиками, на ваш взгляд, не хватает армии России сегодня? Подводные и надводные корабли, современная бронетехника, ракетное оружие и самолеты. В 2020 году российским военным предстоит освоить десятки новых образцов вооружения и боевой техники. Для этого в прошлом году Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили почти 50 контрактов на сумму свыше 1 триллиона рублей. Цифра, прямо скажем, рекордная для нашей страны. Что армия и флот получат в этом году, а также о ключевых проектах оборонно-промышленного комплекса, расскажем в сегодняшнем материале. Приветствую, на связи Нью Солдат. И мы начинаем. К 2020 году вооруженные силы РФ подошли к рубежу планов, намеченных еще в 2012 году, на модернизацию и вооружение России. Что в итоге имеем? По заявлению Сергея Шойгу, российская армия значительно укрепила свою обороноспособность. В новое десятилетие Россия вступила с новыми силами, пополнив свой арсенал вооружения. За последние 6 лет в арсенал ВС РФ поступило 109 межконтинентальных ракет «Ярс», 108 баллистических ракет для вооружения подводных лодок, 3 подводно-ракетных крейсера «Борей», 57 космических спутников, 7 современных субмарин, 17 ракетных комплексов береговой охраны «Бал» и «Бастион», более 3500 единиц новой и усовершенствованной бронетехники, более 1000 самолетов и вертолетов, 161 надводное судно. В результате было перевооружено 12 ракетных полков на комплекс «Ярс», 10 ракетных бригад на комплекс «Искандер», 13 авиационных полков получили модернизированные самолеты поколения 4++, МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ и Су-34. 3 бригады армейской авиации, 20 зенитно-ракетных полков и 6 вертолетных полков, вертолеты К-52 и Ми-28, теперь вооружены ЗРК-С-400. Продолжение модернизации армии до 2027 года предусматривает заключение новых контрактов на поставку новейшего вооружения, большинство из которого не имеет мировых аналогов. При этом с начала реализации программы большинство контрактов на новое оружие России уже заключено и даже произведены первые поставки. Некоторые виды вооружения находятся на завершающей стадии разработки и в 2020 году будут поставляться вооруженным силам. Но давайте по порядку. В боевой состав Тихоокеанского флота планируется включить вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 «Волхов». Всего в ближайшие годы тихоокеанцы получат их 6 единиц. Первая подлодка «Петропавловск-Камчатский» введена в строй менее полугода назад. Третий и четвертый корабли серии, которые за бесшумность прозвали в НАТО «черными дырами», уже заложены на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Пятый и шестой начнут строить также в 2020-м. Кроме того, в производстве еще одна серия неатомных подводных лодок проект 677 «Лада». Эти многоцелевые субмарины стали развитием проекта «Палтус». Головная «Санкт-Петербург» сейчас в опытной эксплуатации. С учетом выявленных недостатков создаются еще 2 корабля серии. Их снабдят модернизированными системами электродвижения и управления корабельными техническими средствами, а также улучшенным навигационным комплексом. Вторую лодку серии «Кронштадт» передадут ВМФ в 2020-м. Она будет прикрывать базу подводных ракетоносцев на Тихоокеанском флоте. Третья, «Великие Луки», встанет в строй в 2021 году. Что касается атомного подводного флота, то в наступившем году ВМФ России передадут третью по счету многоцелевую подводную лодку «Ясень-М». Всего же таких кораблей у флота будет 4. Также в 2020-м начнется строительство сразу 2 атомных подлодок модернизированного проекта 955А «Борей-А», несущих межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». Надводный флот в 2020 году тоже не обидит. К ходовым испытаниям приступил большой десантный корабль нового поколения «Петр Моргунов». Моряки получат его в первом квартале этого года. В состав ВМФ уже принят «Иван Грен», главной корабль серии. Водоизмещение каждого из этих кораблей — 5000 тонн. Они способны взять на борт по 13 основных боевых танков, до 36 БТР или БМП и по 300 десантников. Кроме того, в 2020 году в Керчи заложат 2 российских вертолетоносца. Это универсальные корабли-доки, аналогичные «Мистралям». Друзья, а что вам известно о «Мистралях»? Поделитесь информацией о них в комментариях под видео, а мы продолжим. Черноморский флот в 2020-м пополнится сразу 16 кораблями и судами обеспечения. В
прошлом году здесь появились 10 новых кораблей, в том числе в конце декабря малый ракетный корабль «Ингушетия». На вооружении у черноморцев уже есть пара таких же МРК, регулярно выполняющих задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Всего же с 2014 года Черноморский флот усилили более чем 20 кораблями и катерами. Балтийский флот получит гидрографический катер-катамаран проекта 23370 «Михаил Казанский». Он уже завершил государственные испытания и уникален тем, что конструкция корпуса позволяет значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020-го для гидрографической службы ВМФ построят 3 катера этого проекта. Ракетные войска стратегического назначения вплотную приступят к освоению гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард». По информации Минобороны, в конце 2019-го эта система встала на боевое дежурство в Оренбургской области. Кроме того, стратегические ракетчики займутся летными испытаниями новейшего межконтинентального ядерного комплекса «Сармат». Первым эти ракеты получат Ужурское ракетное соединение в Красноярском крае. Напомним, сейчас в составе РВСН 12 ракетных соединений, 4 дивизии стационарного базирования с шахтными пусковыми установками и 8 дивизий мобильного с грунтовыми ракетными комплексами. В общей сложности на вооружении ракетных войск стратегического назначения сегодня 700 развернутых пусковых установок и более 1500 ядерных боевых блоков. При этом планируется, что до 2024-го РВСН полностью откажутся от устаревшего советского вооружения, на смену которому придут современные ракетные комплексы российского производства. Так уже в ближайшее время все соединения перевооружат на «Ярсы», «Авангарды» и «Сарматы». Воздушно-космические силы России пополнятся партией новейших истребителей Су-35С поколения 4++. Военным уже досрочно передали 10 таких самолетов. Еще столько же передадут до конца года. Кроме того, в 2020-м в войска поступит первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57. Ранее Минобороны подписала контракт на поставку 76 машин этого типа. Друзья, что вы скажете о старых Су? Имеет смысл продолжать их модернизировать, или же эти истребители давно пора отправить на заслуженный покой? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу, а мы продолжим. Масштабную модернизацию проходят самолеты стратегической авиации. Так, на летные испытания передан усовершенствованный бомбардировщик Ту-160М. И хотя внешне эти самолеты не изменились, начинка переработана полностью. Большинство систем оцифрованы. По словам экспертов, теперь борт способен нести не только штатные крылатые ракеты Х-101 и Х-102, но и гиперзвуковые кинжалы. Кроме того, эти самолеты вооружат противокорабельными ракетами большой дальности. Для армейской авиации промышленность приготовила партию новейших вертолетов Ми-28НМ. Это всепогодный ударный вертолет. Первые поставки в количестве 6 боевых машин планируются в 2020 году. Контракт заключен на поставку 98 винтокрылых машин до 2027 года. Усовершенствованный вертолет нового поколения «Ночной охотник» рассчитан для поражения бронетехники противника и оснащен противотанковыми ракетами нового образца «Хризантема-М» и современным бортовым комплексом обороны. Модернизации подверглись двигатель, бортовые системы и установлен новый радар кругового обзора. Главным преимуществом вертолета стала возможность вести прицельный огонь по целям на расстоянии 10 км и более, оперативно получать информацию о боевой обстановке с помощью нового радара. Пока еще рано об этом говорить, но вскользь все-таки упомянем. В данный момент существует опытный вариант тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Первые его вылеты произвели глубокий резонанс в кругах военных специалистов. БПЛ разработан в КБ «Сухово». Его вес составляет около 20 тонн. Отмечается, что аппарат сможет нести высокоточные бомбы на большие расстояния и проходить системы ПВО противника незамеченным. «Охотник» создавался с целью нанесения ударов по хорошо защищенным объектам противника, в первую очередь по системам ПВО. В российской оборонке проект считают довольно перспективным, и существует большая вероятность на заключение контракта производителей с Министерством обороны на поставки «Охотника» для ВКС. Что касается противовоздушной обороны, войска планомерно оснащаются новыми системами. Например, в 2020-м расчеты ПВО Центрального военного округа усилят комплектом С-400 «Триумф».
А в конце минувшего года Министерству обороны передали первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Поставки продолжатся. Эта ЗРС средней дальности разработана на замену устаревшей С-300ПС. «Витязь» нацелен на уничтожение крылатых ракет, беспилотников, самолетов на дальностях до 120 километров. Его отличают внушительный боекомплект, более 140 ракет, и высокая помехоустойчивость. Кроме того, уже завершены разработки зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Сейчас ЗРК на стадии испытаний. В Минпромторге подтвердили, что испытания находятся в завершающей стадии, и в 2020 году комплекс поступит на вооружение. С-500 «Прометей» относится к оружию пятого поколения. Сверхдальняя гиперзвуковая ракета способна поражать цели на высоте 250 километров и может применяться для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и спутников на низкой орбите. «Прометей» также является единственной в мире установкой, способной перехватывать гиперзвуковые цели. Не менее поражают возможности ЗРК С-500. Всего один комплекс способен одновременно вести и перехватывать 10 целей. При этом система автоматически определяет вид цели и выбирает ракету для ее перехвата. На сегодня «Прометей» — самый резонансный проект, вызывающий большой интерес у русских военных и глубокую обеспокоенность за рубежом. В Центральном военном округе в 2020-м на опытно-боевое дежурство заступят новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3». От предыдущих версий они отличаются увеличенной грузоподъемностью шасси под большее количество ракет, улучшенным комплексом управления и защитой экипажа. Эти «Буки» оснащены новыми управляемыми ракетами, перехватывающими практически все известные аэродинамические цели на дальности от 2,5 до 70 километров и на высоте до 40 километров. В самой многочисленной составляющей российской армии сухопутных войсках заметно обновят артиллерию. К отгрузке уже готова первая опытная партия самоходных артиллерийских установок «Коалиция СВ». Она способна вести прицельный огонь на рекордную дистанцию в 70 километров, что в два раза превышает показатели западных образцов. Эта САУ может уничтожать цели далеко за линией фронта, а по характеристикам и эффективности ее можно сравнить с тактическими ракетными комплексами. При этом продолжается модернизация артиллерийских установок прошлого поколения. В частности, гаубицы М100СМ станут быстрее и маневреннее, а также получат новые умные боеприпасы. Что касается систем залпового огня, то к концу 2020 года завершится перевооружение одной из бригад Центрального военного округа на модернизированный РСЗО «Торнадо-С». Машины этого семейства имеют высокую боевую эффективность по сравнению с предыдущим поколением «Ураган» за счет новой системы управления огнем. Эта система включает ГЛОНАСС-навигатор в пусковой установке и компьютеризированный баллистический вычислитель. Всего же войска до конца 2020 года должны получить около двух десятков систем такого типа. Отметим, что в прошлом году сухопутные войска приняли на вооружение порядка 2500 новых образцов вооружения и техники. В их числе современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Не обошли стороной и ракетчиков. В их распоряжении ракетные комплексы «Искандер», С-300В4 и ТОР-М2. В целом, как неоднократно говорил Владимир Путин, Москва готова обсуждать новые договоренности в сфере контроля над вооружениями. Однако пока данный процесс не запущен, Россия продолжит модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала, поставлять войска новейшее вооружение, включая гиперзвуковые, и разрабатывать перспективные средства поражения. На этом все. Друзья, если в сегодняшнем выпуске для вас прозвучали названия видов вооружения, о которых вы бы хотели узнать больше, то напишите нам об этом в комментариях под видео. И мы обязательно сделаем отдельный сюжет по вашей теме, если она наберет достаточное количество желающих его посмотреть. Ну и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы в числе первых увидеть то, что мы вам приготовили. Уже совсем скоро мы увидимся вновь. До встречи!